Паралимпийцы Пермского края примут участие в летних играх «Мы вместе спорт», которые пройдут в Сочи со 2 по 9 октября. Спортсмены будут состязаться в 9 видах спорта. Легкая атлетика, плавание, стрельба из лука, пара тэквондо, настольный теннис, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, фехтование на колясках, а также шахматы и шашки. Почти побили холодовой рекорд. В краевой столице температура воздуха в ночь на 5 июля приблизилась к рекорду 1894 года. Минимальная температура опустилась до 5,1 градуса. Это близко к рекордному суточному минимуму, который наблюдался в 1894 году. Тогда температура воздуха составила плюс 4,7 градуса. Добраться до российского юга скоро будет быстрее и дешевле. Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил в интервью РИА Новости глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он подчеркнул, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год. Сроки по трассе Джубга-Сочи пока определяются, но их госкомпания намерена утвердить до конца года и представить проект президенту.